еще раз. Да, ну все уже, зайка, давай начинаем. А вот, кстати, Таиса Тимофеева, девочка, которая отвечает за мой потрясающий стиль. Спасибо, дорогая. Весна продолжается. Приветствую вас с четвертой завершающей гостью сегодняшнего эфира «Секреты самопрезентации» с Еленой Мухамадеевой. Света Костромина, мне очень приятно, что ты пришла во второй раз, несмотря на то, что ты такой занятой человек, и пятница для психолога — это самое такое очень плотное время. Но мы посмотрели, оказывается, наш с тобой выпуск вызвал массу репостов, интересных вопросов в директ, и мы решили с тобой коллегиально продолжить тему, которую мы начали в прошлый раз, про эмоциональное насилие, и наша тема звучит очень по-женски, очень по-российски. Хочу на ручки, близость или созависимость. Начни с самого приятного. Что такое созависимость? Как женщине понимать, что она в отношениях находится не в равноправных ситуациях? Что? Какие маркеры? Я вначале хочу поздороваться. Добрый день. Я очень рада, что ты меня пригласила вновь. Так, ну, тема созависимости, на самом деле, она такая очень актуальная, потому что действительно часто очень, девушки, мои клиенты, женщины, девушки путают созависимость с близостью. Созависимость — это такие отношения, когда ты, состоишь в отношениях, у тебя есть человек, с ним комфортно, тепло, уютно, но... Не происходит чего. Да, с ним комфортно, хорошо, уютно, но как будто бы вы находитесь в паре в таком... Неравноправном потоке или что? Нет, происходит? Сейчас мне нужно будет просто понять, развести, что такое созависимость. Это отношение, когда между вами есть какой-то негласный договор, который вы не проговариваете друг с другом, и у вас есть взаимные такие ожидания к другому партнеру, что он будет соответствовать... удовлетворению вашим потребностям. Да, это бессознательно, так как это идет из семьи. Uh-huh. Как правило, семейные отношения, где человек семейные вырос. Семейные отношения, да. Это модель папы и мамы твои, да, конечно, собственные. Да, конечно. Еще раз, ты входишь в отношения, существуют бессознательные ожидания от партнера, он ведь о них не догадывается. Как правило, это все идет по умолчанию своей семьи. Те традиции, те какие-то ритуалы, установки, убеждения, в которых воспитывался человек, он переносит это в новую семью, в новые отношения, и причем не проговаривая это с новым партнером. Нужно проговаривать. Конечно, обязательно. Прямо чтобы не формировать созависимые отношения, для того, чтобы в них не укрепляться, mm-hmm. в этой созависимой структуре, необходимо перед тем, как вы строите отношения или уже в отношениях на начальном этапе, проговаривать то, кто как видит свою семью, кто как видит отношения, кто как видит, какая семья должна сложиться, куда эта семья пойдет, да, для чего эта семья строится, во что они будут вместе вкладываться, в какие отношения, в какое будущее. Как они будут вместе жить, да? Какое они будут выбирать пространство для этого? Многие девочки даже не говорят какие-то элементарные вещи от своего мужчины. Как им выйти на такой серьезный уровень? Поэтому и происходит очень много конфликтов, очень много скандалов, очень много разводов, потому что люди опускаются до взаимных претензий, обид, что другой человек не понимает его потребности, не понимает его желания. А все на самом деле гораздо проще. Про это даже, на самом деле, когда человек приходит на консультацию ко мне, допустим, семейные пары, да, это не проговаривается, а проговаривается только, допустим, в кабинете при психотерапевте. Понятно. Возвращаемся к нашей заглавной теме, которая прямо проскальзывает и у тебя в консультировании, у меня. Женское состояние «хочу на ручки», то есть полный перенос всей ответственности за свое существование, за свое эмоциональное состояние на мужчину, чтобы он, извините меня, закрыл ее ипотеку, там еще какой-то кредит на машину, а затем просто взял полностью и стал за нее решать, вплоть до того, какое платье надевать сегодня. Это и есть поддержка созависимых отношений. Когда вы переносите ответственность за удовлетворение ваших потребностей, там, ипотеки, хорошего настроения, не знаю, каких-то жилищных условий, это и есть формирование структуры созависимых отношений, и тогда вам нужно честно себе говорить, что да, я нахожусь в созависимых отношениях, и за это я плачу своей несвободой. Потому что созависимые отношения, они, они несвободные отношения. Когда ты зависишь от другого человека и вынужден очень многое терпеть, под очень многие вещи подстраиваться, которые,
Ну, бывает, что вот с тем, пересекаясь с прошлой нашей темой, про эмоциональное насилие как раз может отсюда и вытекать. Хорошо, то есть первый маркер, который прямо конкретно девочке, женщине говорит о том, что она созависима, это когда она не может на открытом формате говорить мужчине: мне это не нравится, потому что, грубо говоря, он за нее платит. Не совсем. Ну вот смотри, давай вот еще раз. Да. Девочка, как она почувствует, что она в созависимых отношениях? То есть, допустим, мужчина ей говорит: мы сегодня едем туда-то. Она не хочет. Она должна или может? Как правило, созависимые отношения регулируются чувствами обиды и вины. Вот. Если у девушки на то предложение, которое ей говорит ее партнер, да, появляется внутренняя обида, напряжение, значит, она, ну, что-то не проговорила, что-то не сказала, и она, ну, она в созависимых отношениях. Либо если девушка из отношений хочет строить, например, карьеру, заниматься хобби, так полностью в это вкладываться, и у нее появляется чувство вины, что она отдаляется от партнера, это тоже маркер созависимых отношений. То есть, как только она почувствовала вот эти все нюансы, ей нужно что делать? Ей нужно сама с собой разбираться или сразу партнера тащить вот на этот проговаривающий момент? Для начала, конечно, ей нужно разобраться с собой, какая у нее потребность, в чем потребность. Вот. Да. И когда вот. Она разберется, и когда она задаст себе честный вопрос, да, в чем она нуждается, в чем ее потребность, тогда эту потребность выносить на обсуждение в семейный совет, да, в отношения с партнером, чтобы как-то эти потребности, ну, свою потребность и потребность партнера соединить, то есть найти какое-то общее пространство, где эти потребности будут удовлетворяться. Не за счет кого-то, а за счет вот совместного какого-то союза, да, совместных каких-то действий, совместной жизни. Это все понятно, ты очень гладко, красиво говоришь умные вещи. Допустим, все-таки вот девочка приходит к тебе, ко мне на консультацию: я хочу на ручки, я устала, я не хочу работать. Она сейчас что? Ну вот надо задать вопрос, в чем она нуждается действительно. Она нуждается. Понимает свои потребности или они бессознательны? Она понимает, смотрите, с утра в понедельник, что она не хочет идти на работу, потому что что? Я думаю, что каждый человек, если он задаст себе честно этот вопрос, и если он заметит, да, если он начнет, ну, быть честен с самим собой и задавать вопрос, что под этим я хочу на ручки, я хочу любви, я хочу принятия, ну, какая потребность будет удовлетворяться? И когда она это поймет, она сможет ее очень, так, я думаю, что комфортно, экологично разместить эту потребность в пространстве, например, со своим мужчиной, например, да, со своим партнером, со своим родителями, если это, кстати, если это родительские отношения, да, со своим начальником точно так же, да, сказать о том, что я, ну, действительно нуждаюсь в отдыхе, и если есть такая возможность, попросить выходной или отпуск. А когда вот человек вот говорит просто: я хочу на ручки, и он это предъявляет, да, в пространстве другому человеку, человек может это очень агрессивно встретить, на то, что, ну, типа, что там, обнаглела, например, или что там, зажралась, например, да. Но ведь вполне неработающие девочки тоже хотят на ручки. Они конечно. Тоже хотят, чтобы их защищали, обнимали, запрещали им что-то. Вот это настолько сложный момент, когда происходит «я хочу на ручки». То есть почему это только чисто российский маркер? Почему нет никаких тренингов в Европе, в Америке? Вот ты мне можешь так вот в завершение нашей с тобой экспрессивной беседы сегодняшней? Что это за русский такой ментальный момент? Это что? У меня есть ощущение, что это опять идет из детства, что это опять такое ощущение, что недополучили любви от своих родителей. Если, ну, у нас сейчас очень много детей, ну, скажем, женщин нашего возраста, постсоветского пространства. А тебе сколько лет? Подловила. Мне за 30. Ну, давай, говори честно. Вот. Не буду я отвечать на этот вопрос. Что, давай мы ответим на интересный вопрос. Я сейчас манипулирую Свету. Света уходит грамотно от манипуляций. Я хочу сказать, что на самом деле нас не докачали, нас не долюбили в детстве наши мамы, которые вынуждены были пойти очень рано на работу в силу каких-то своих, ну, обстоятельств жизненных, не самых простых. И, конечно, нас недолюбили, нас недообнимали, нас недоцеловали наши родители. И, может, эта потребность вот таким образом сегодня, она вот так вот выходит, да, таким инфантильным высказыванием: я хочу на ручки. Но на самом деле есть ощущение, что это не про инфантильность, про действительно про, ну, про потребность какого-то тактильного, может быть, даже прям тактильного контакта, да, про обниматься, побыть где-то, прижаться, вот, почувствовать это тепло другого человека. На самом деле это очень важно, и это в любом возрасте, ну, этого много не бывает.
Тем самым мы понимаем, еще раз резюмируя нашу с тобой беседу, желание женщины «хочу на ручки» таит, первое, нужно четко понимать список своих базовых потребностей, открыто о них говорить, в том числе со своим мужчиной, и твой главный совет – на берегу договариваться. Да, конечно, обязательно договариваться, тогда не будет, тогда вы не попадете в эту структуру созависимых отношений, и тогда вы сможете все-таки формировать близкие отношения, быть в близости и выбирать этого мужчину для себя, вот прям вот руководствуясь сердцем и душой. Каждый день. Каждый день, да. Мы восстанавливаем любовь и боремся за нее каждый день. Конечно, это работа, каждодневная работа, даже не работа, это вот быть честным, это про мужество, это про смелость выбирать каждый день, быть честной с самой собой и со своим партнером. Спасибо тебе за такой прекрасный совет, и все-таки обнимашки – это прямо очень грамотный рекомендейшн сегодня, чтобы четко отслеживать, когда ты дошла до состояния не просто «хочу на ручки», а уже послать всех и купить билет в один конец. Ну что, пятница задалась, благодарю всех за эфир. Света, спасибо большое, что пришла и подискутировала со мной. Я тоже благодарю, Лена, тебя за приглашение. Чё ты всё-таки не сказала, сколько тебе...